Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Shadow Fight 2 История Сенсея. Так, ну что же, давай посмотрим, что у нас сегодня будет. Так, ну во-первых, мы попали с тобой на новую локацию, где у нас будет босс Оса. Ну, надо пройти телохранителей, пока еще невозможно здесь, ё-моё. А что же мы тогда будем делать-то, а? Может быть, нам сходить, вот, пойдем сходим, во-первых, на дуэль. Да, выбьем с тобой 15 гемов. Они уже точно лишними не будут. Тем более они нам пригодятся для покупки нового оружия. Может быть, брони. Посмотрим, там определимся. Но вначале нужно здесь победить очередного ниндзю. Так, она у нас с двумя саблями, да? Или с двумя мечами. А я с нончаками. Ну давай. Опс, нормульток. Начало мне нравится. Замечательно, погнали. Опа, захотела меня подловить, но не тут-то было. Иди ты отсюда. Погнали. О, ну конечно же, подсечки, как же. И я-то не могу делать подсечки. Тихо, 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 роднуля, успокой. Да чтоб тебя. На тебе, блин. Так, все. Первый раунд за нами. Это только разминка, друзья мои, только разминка всего лишь. А вот сейчас будет жесть. Я надеюсь на это. Иди отсюда, пташка. Так, видишь, что я творю? Погнали. Опа, опа, вот это нельзя так допускать. Полежи чуть-чуть. Так, попробуем, знаешь что? Вот, получилось. Ага, подловил я ее. Зашибись, она мне еще и бросочек сделала. Что-то, по-моему, разминка была намного лучше, чем основной мой бой. Но, тем не менее, мы ее победили. Ну что же, 15 гемов мы с тобой зарабатываем. Так, еще 45 монет, ну, монетки это так, постольку, поскольку. Значит, у нас дуэль закрыта, так, здесь выполнено, выполнено, отшельник. Кстати, мы же хотели с тобой у кого-то кое-что забрать. У отшельника, да, вот эти вот сабли, хотя они уже, наверное, устарели, и они нам не нужны, но, тем не менее, все равно приятно было бы их получить. А у мясника мы можем забрать вот такие вот тесаки. Слушай, давай-ка мы вначале сходим с тобой и посмотрим, что у нас в магазине. Денег не так уж, конечно, у меня много. Хм, 19 уровень. Ага, есть вот такие вот сабли. Есть вот такие вот сабли. Но я даже не знаю, ребята, 448 урона. А здесь, если прокачать, ну, ценник, конечно, тут обалденный. Слушай, ну, может быть, взять их просто на пробу хотя бы. Посмотреть, что они себе представляют. Оу, маска убийцы. Слушай, а маску убийцы, может быть, и стоило бы купить на самом-то деле. Так, у нас еще темный взрыв доступно. Кстати, тоже хотелось бы приобрести. А по доспехам у нас что с тобой? Угу. В общем, короче, нам нужны с тобой финансы. Так, давай-ка мы, наверное, сходим и посмотрим, с кем можем вообще подраться вот здесь вот. Так, испытание, понятно, закрыто. Все это закрыто. Нифига себе максимум. 80 тысяч, обалдеть. Ну, пойдем, наверное, с тобой сходим для начала на турнир и попробуем набить немножко финансов, потому что деньги нам нужны. Опа, мангуст. Слушай, этот чудик у нас с копьем. Давай посмотрим, что лучше, копье или тесаки наши. Так, поехали. Да, конечно. Опа, вначале неплохо было. Ай-яй-яй. Ужасно, ужасно ты творишь, парень, дела. Ну, конечно же, конечно же. Бросает сюрикены. Мангус, хорошо уделываться, а? Что-то затеял, да? Я вот всегда, ребята, боюсь, когда они подходят к тебе вплотную. Что от них там ожидать, непонятно. Но, как видишь, первый раунд за нами. Фух, неплохое начало. У меня заклинашка готова. Опа, оба промахнулись. Я его подрезал. Поехали. Отлично. Ну, хорош прыгать тут уже, кузнечик. Пора зарядить ему. Нет, 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 парень. Только не сейчас. Давай как-нибудь в другой жизни, а? Полежи. Подумай над своим поведением. А теперь еще бросок. Подсечку, может быть? Нет, ребят, я на самом деле хотел подсечку сделать. Но ты знаешь прекрасно, что у меня... с управлением с этим вообще какие-то нелады.
Неуязвимый я получил достижение. Ты прикинь? И 13 тысяч в копилочку. А общий счет 14 600. Отлично. Будем с тобой потихонечку копить деньги. Тебе бросили вызов. Вернись в предыдущую провинцию и сразись с ее главой за уникальное оружие. Покажи, кто это у меня там. А, ну мясник, понятно. С топорами. Кстати, давай попробуем с тобой наковылять отшельнику. Но возьму я, наверное, все-таки копье. Или не стоит? Вначале давай попробуем вот этими двумя саблями накумарить этого отшельника. Если не получится, возьмем копье. Просто очень хочется мне в коллекцию получить его сабельки. А заодно и посмотрим, сколько мы будем наносить урона сейчас ему этими, сказать так, короткими саблями. Или мечи, ножи. Я даже не знаю, как назвать это оружие. Не-не-не, дедуль, подожди. Не надо выделываться, пожалуйста. Ах, смотри, что творит, а? Погнали. Мы знаем прекрасно, что у него есть заклинание. Причем заклинание довольно мощное. Дедуль, ну хорош. Иди ты. Подловил я его. Так, смотри, я его просто этими тесаками замочил. Ах ты, гаденыш, на, готов. Первый раунд за нами. Опять же повторю, это только разминка, еще два раунда впереди. И сейчас он начнет буянить. Или не начнет, но он должен, по идее, начать. Ох, как хорошо ты ему сейчас. Дедуля, тихо. Началось, да? Началось в России утро, началось. Вот. Ребят, он меня ушатал, ты прикинь? Я ему ничего не смог сделать абсолютно. Достойно дедуля дерется, достойно. Ну, отшельник, давай. У нас с тобой второй раунд. Тут, как говорится, кто кого. Блин, он по мне попал, ты посмотри, а. Поехали. Да чтоб тебя, а, дед. Давай заклинание. Промахнулся. Не надо, дед, такого делать, пожалуйста. Так, ну вроде бы пока неплохо. Но это пока. Этот дедуля может психануть. Я ведь прекрасно знаю, сейчас выпрыгнет, нет? Какой там выпрыгнет? Он начинает тут буянить. Подрезал. Так, дедуль, давай, хорош. Давай без этих выкрутасов, пожалуйста, а? Есть. Ну что же, второй раунд за нами. 2-1 в мою пользу. Фух, ответственный момент, друзья мои, ответственный. Нет, не получилось у него, к сожалению, ничего. Так, заклинашку. Отлично. Ах ты, гаденыш, попал все-таки. Ловим. Поймал, да уж. Тихо, дедуль, не надо. Не надо свои заклинания тут применять. Смотри, что делать, а. Кстати, это он сейчас хорошо сделал, да? Бросочек бы ему. Вот так вот. И добивочный. Друзья мои, ну, есть. Слушай, все, мы отобрали у него эти сабельки. Вот они. Великолепные сабли. Так, ну, приза никакого нет, 400 монет. Что же он запоет-то сейчас, а? Ничегошеньки он не стал говорить. И я хочу посмотреть это оружие у себя в коллекции. Где оно находится? Это они? Это они даже Нифига, а что у него тут? Шанс при атаке ослабить удары противника на 75% на 10 секунд. Слушай, друзья мои, я, наверное, приобрету их. Фига себе, вееры. Слушай, давай возьмем с тобой вот эти вот сабли. А, сабли у меня уже есть, это я их просто улучшил. Ага, ладно. Так, они у меня уже и взяты к тому же, да? Так, а здесь что у нас такое? Ну, понятно, это монетки. Это монетки, это мне не нужно. Ладушки. Так, мы с тобой заточили сабли. Ну, а теперь, может быть, попробовать мясника мальнуть? Что скажешь? У мясника-то там неплохие тесаки. Но мне кажется, все-таки, что... Ну, ладно, возьмем сабли вначале. Саблями попробуем. Хотя мы его валили именно с помощью копья. А вот насчет сабель я что-то как-то не уверен. Надо смотреть. Мясник. Да, этот парень тоже псих, еще тот. Я еще и не знаю, что эти сабли, во-первых, делают. Я понял. Тихо. Ух ты, да хорош. Кровотечение что на меня повесил. Да ну. Да, ребята.
Тесак шутить не любит. Точнее, мясник. Тесак. Офигеть. Как он меня быстро, блин, раскурочил-то здесь. Ты посмотри, а. Да ну. Блин, вот это, конечно, удар. Что? Он что делает? Он творит просто какую-то дичь, ребята. С двух ударов меня ушатал. Блин, надо попробовать взять либо копье. Я его не могу пробить, и все. Дед, ой, дед. Мясник, хорош. Ну-ка. Да, конечно, ага, сейчас будет бомбить. Тыч. Еще, наверное, еще разок, нет? Так, хорош, ну, подловить бы его. Да подловишь ты его, конечно, ага. Так, 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 я его подловил, ребята. Заклинание. Но мне кажется, что от этого никакой вообще выгоды не будет. Ну, сейчас, по-моему, метнет в меня что-нибудь такое. И все, и будет мне кранты. Ну. Сейчас звезданет. Вот чувствую, что-то будет. Ну хорош, ну мясник. Ну проиграй мне хоть раунд, а. Ну хотя бы один. Есть. Ху, друзья мои, ну сабли хороши, но в то же время они вот если делают свою комбу, то это очень люто. Ай-яй-яй-яй-яй. Начинается, да? Естественно, тесаки это... это жесть какая-то. Надо менять оружие против него, ребят. И мне кажется, что копье против него вообще на изи. Нет, он меня расписывает здесь. Я пока слабоват. Я, конечно, хочу получить эти тесаки. Мне кажется, они будут довольно имбовыми. Но надо поменять оружие. Давай-ка мы с тобой сменим их. Может быть, вот эти тесаки попробовать? Или все-таки копье? Ладно, выберем копье. Надеваем. Кстати, слушай, мы можем с тобой... Секунду, 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 я подумаю. Стоит ли мне брать? Наверное, стоит. У меня в данный момент вот этот шлем, да, по-моему? Да. И я, наверное, все-таки приобрету. Да, я хочу взять этот шлемак. Каждый пропущенный удар. Так, может увеличить урон. Окей. И броньку давай посмотрим. У меня 19 уровень, так что вот эта вот броня максимум, которую я могу носить, в данный момент у меня одета на 18 уровень. То есть, ну, сам понимаешь, я слабоват. Слушай, давай тогда мы, наверное, немножко все-таки заработаем с тобой финансов. Идем на территорию Осы. У нас турнир. Невозможно! А, ну потому что я, видимо, копье взял, да, в руки? Потому что я взял копье. Давай тогда мы с тобой оденем, наверное, вот эти вот сабли. И попробуем немножко заработать денег. Потом купим с тобой... броню. Может быть, даже немножко ее заточим. И пойдем на мясника. Я заберу у него эти тесаки. Чего бы мне не стоило. Так, с посохом, ниндзя. Ну, давай смотреть. Ох, как они. Вот именно по обычным, ребята. Тихо ты. По обычным бойцам они наносят колоссальный урон. Все, мне кажется, ему сейчас крышка, нет? Ну, вообще-то да. Отлично. Прорубили. Первая победа за нами. Там максимальная награда 80 тысяч. Нам хотя бы 30 тысяч получить уже было бы хорошо. Нифига себе, у тебя, парень, булавушки. Ё-моё. Вот это ты, парень, даешь. Ага, не получилось, да, ничего у тебя? Поехали. Булаву потерял свои. Господи, что с тобой происходит? Закосили его. Да, неплохо. Третий раунд. Может, заклинашку применить, а? Давай сделаем с тобой заклинашку. Опа. И добиваем его, наверное. Не, нифига. Блок. Опа, в черепундель мне зарядил, ты прикинь. Парень хорош, может быть, а? Был. Прям в глаз ему. Ох, ничего себе. Кольнул так в пузо ему. Слиганцухи. Ребята, видел, сколько он отнял мне здоровья? Кстати, да, заклинание же можем с тобой еще приобрести. Так. Девчуля. Слушай, да что ж такое? Что ж происходит-то? Блин, она достала меня уже тут в корень. Подрезал, да, маленько я ее? Ну хватит, 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 хватит буянить-то уже здесь. Отлично. Дай-ка заклинание применю. Нормуль. Так, заколоть получится? Получилось.
Ну, хотя бы переходим с тобой на следующий раунд. Это пятый. Ой-ой-ой-ой-ой. Не надо. Опасные крючья. Лучше бы он, конечно, потерял бы их во время моей атаки, но он не хочет. Так, попробуем сейчас еще раз. Опа. Отлично. И когда он лежит, вот этот вот добивающий урон, да, так сказать, очень прекрасен. Так, попробуем сделать таким вот образом. Так, заклинание готовим. Я думал, добьем. Тихо-тихо-тихо, не надо, родной, все. Ушатали мы еще одного противника. Переходим с тобой на раунд 6. Копье, вот это уже похуже будет. Ну че ты? Да. Эти ребята, я смотрю, совсем припухли. С теневой энергией. Слушай, ну 33 тысячи получили. Это вообще имба. Значит так, что я хотел? Я хотел немножко затариться. Кстати, купим с тобой сейчас энергию, вот эту теневую, да? Сколько она там стоит у нас? Она довольно дешево стоит, кстати. Осколок льда. Но это уже на следующий уровень. Давай, приобретаем с тобой. Так. Улучшим. И еще улучшим. Все, максимальное улучшение получили. И теперь идем за броней. Вот он. Доспех ворона. Замечательно. Ну что, нам нужно еще немножко с тобой денег накопить. Так, здесь уже нормальный уровень сложности сразу стал. И если я, например, еще возьму сюда... Не буду я ничего брать. Поехали. Хотел тисачки эти взять. И карманник со стилетами у нас. Ну давай, карманник, посмотрим, кто кого. Ну я думаю, что здесь победа будет за мной. Ну что он там со своими стилетами? Попадать бы еще, конечно бы. А у него такой костюм, как будто у... какой-то этот, Робин Гуд, ё-моё. А-тя-тя-тя-тя-тя. И нифига не вышло, да? Смотри, что делает карманник, а. Ой-ой-ой, вот это вот, если он начинает делать комбинацию свою, все, тут, ребят, ничего не поможет. Как так-то? Парень, ты хорош. Буду колоть его. Да что ты делаешь-то? Так, поехали. И закалываем. Отличненько. Ну что, друзья мои, карманник повержен. А, второй раунд, ё-моё, я уже радостно повержен, ага. У нас еще раунд, оказывается, с ним. Ну-ка, заклинашку. Ух, ё-моё, сколько она наносит урона-то. Блин, не успел пригнуться. Да хорош уже баловать-то. Да на тебе. Все, доплясался, роднулька. Ну что же, мы с тобой зарабатываем деньги. 16 тысяч у нас в кармане уже лежит. Плюс еще небольшие финансы, которые у нас были. И мы идем на следующий бой. Сложно, написано сложно. Ага, это у нас ворон со своими крючьями. Так, ну давай. Пейзаж сзади такой классный, да? Где-то в горах, в поле мы, ребят, с вами деремся. Понимаешь, в поле. Да иди ты, попрыгушка-стрекоза. Хорош. Опа, поехали. Как ты так увернулся-то, парень? Да ё-моё, ну, конечно же, только подсечка его может выручить. Только подсечка. Иди отсюда. Заколоть его надо. Все, ворон повержен. Мог бы, конечно, я и заклинание применить бы. Но не... Вот сейчас вот, кстати, применим его. Поехали. Ну, естественно, это было глупо с моей стороны. Друзья мои, очень глупо. Сейчас он меня расстреляет сюрикенами, нет? Нет, не стал ничего делать. Поехали. Блин. Повезло мне сейчас крупно. Отлично. Так, а какой у него удар сзади? Ага, вот так вот, проникающим тебя бьет. Ну что ты, ворон? Поехали. Да блин. Как ты меня достал, а? Повезло ты мне сейчас крупно. Ну все, 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 хорош, побуянил, говорю, и будет. Так, давай сделаем таким вот образом. Добивать мы его будем сегодня, а, с тобой или нет? Ну, остался совсем чуть-чуть. Есть, я его подрезал, ребят, когда он прыжок делал, я ему прям по ногам звезданул, и это круто. Ну что же, мы с тобой смотрим дальше. У нас
приличное количество денег. И я вспомнил еще кое-что. Вернемся к моей истории. Нам доступна, друзья мои, нам доступна история сенсея. С удовольствием послушаем. В злоключениях князя виновата женщина. Она придумала, как сбросить правителя с трона с помощью магической сферы, которую доставили в порт. История сенсея, часть 4. История мести. Вдова прислала тебя забрать сферу. А не староват ли ты для такого рода поручений? Хотя какое мне дело? Поднимайся на борт. Оса. Вдова? Конечно, она приказала мне забрать сферу и доставить ее Сёгуну лично в руки. Только вот сферы у меня больше нет, а люди вдовы забрали ее еще вчера. Уж не знаю, кто ты, но ложь я не прощаю. Протащить его под килем. Ловкач. Ты веришь в фортуну? Думаю, сегодня мне крупно повезет, и я заберу все твои денежки. Повезет ли тебе, старик? Ловкач, значит, да? Так, а мы с вами, как обычно, с этой саблей будем тут прыгать. И я так понимаю, мы всех боссов и всех этих должны бомбить именно сабелькой. Ну что ж, давай посмотрим, ловкач. Это типа пират какой-то у нас. А мы с тобой с этим мечом, блин. Так. Ой-ой-ой, тихо. На тебе! Хорошо так, да? Вот сейчас было классно сделано, на самом деле. Тихо-тихо-тихо. Ой-ой-ой, сенсей, не надо так хандрить. Так, ну ладно, тебе это еще. Так, тихо-тихо-тихо. Буянит, ребята, этот ловкач. Слушай, ему недолго осталось жить. Есть. Так, первый раунд за нами. Смачно мы его накумарили. Но это еще не конец. Это еще не конец, далеко не конец, ребята. Он активируется, естественно. Так, подрезали. Опа, ну. Ай-яй-яй, не то совсем. А мы можем бросить? Ничего мы не можем, можем вот так вот. Но это бесполезно, по-моему. Полежи-ка, гаденыш. Ах, сейчас было бы хорошо, если бы он попал под этот удар, а, друзья мои. Блин, подрезал мне своей фигней. Так, попробуем так сделать. Да что ж ты будешь делать-то, смотри, а. Хорош, может, уже парень. Я понимаю, конечно, что ты ловкач, все дела. Так, тихо. Замечательно. Смотри, вот как знает, а, что я сейчас буду делать. Уронили. Вставай давай. Блин, он мне в ответку, ты прикинь. Слушай, мне кажется, что мы сейчас с тобой сдуемся. Да как же так-то, а? Да, этот меч, ну, честно говоря, мне совсем не нравится. Мне кажется, что мы, когда пройдем историю за сенсеем, мне этот меч почему-то подарит. Может быть, я, конечно, ошибаюсь. Но ведь должна быть какая-то логическая... Да ну! Хорош уже. Так, подожди. Да ё-моё, ну... Да что ж ты... Ловкач, ты достал, а? Фух, наконец-то он потерял свои сабельки. Точнее, сабля у него одна она была, да? А если я? В ответ тебе, парень, а? Ай, как тебе везет, а? Как утопленнику. Ну что, ловкач, пора на дно. Друзья мои, мы выиграли его. 33 гема заработали, и еще и 1300 монет. Отлично, смотрим продолжение истории. Так, стадия 2 из 3, поехали. Пантера. Угрожаешь моему капитану? Она спасла меня из рабства, и я поклялась отработать свою свободу. Пусть духи будут добры к тебе. Давай, пантера, посмотрим, она что? Ага, в рукопашку? А нет, ребята, у нее там что-то саи, по-моему, не саи эти. Кунаи вон висят, видишь? На сумочке, на поясе. Ох, ядрена вошь, вот это вот плохо. Это плохо. У Саригама, да? Или как он там величается-то? На! На! Блин, тихо. Ну, естественно. Подрезал ли, да? Хорошо, идем, ребята. Опа, опа! Зашибись. На! Будет еще мне тут ногами своими мотылять.
Разрубили мы с вами пантеру. Переходим на раунд 2. Слушай, возле нее лучше стоять как можно ближе. Согласись. Потому что эта фигня... Вот она что творит, посмотри, а. Да блин, ну... Сэнсэ, ну что ты чудишь-то? Ой-ой-ой-ой-ой. Это не прощается, ребята, это не прощается. Офигеть, что он тут начал выкрутасничать? Блин. Тут, по-моему, у меня вообще вариантов никаких нет на выживание, да, ребят? На тебе, прогибчиком. Так, попробуем. А, она потеряла свое оружие. О, так, друзья мои, тогда ей должна быть крышка. Все. Ну, прогибчик хороший удар, да? Согласись. И урон наносит неплохой. Так. Ну, в общем, мы завалили с тобой эту пантеру. А здесь уже сложно. Ага, это уже сама оса. Что я скажу своему отцу? Что его дочь размякла и проиграла бой какому-то старику? Не бывает этому, пока я наследница пиратского трона. Слушай, она, по-моему... У нее что, алебарда, да? Ну, тут, походу, дело алебарда. Ну, никак не Нагината. Ну что, давай посмотрим, на что у нас способна оса в молодости, так скажем, еще, да? Хорош. Упс, упс. Я уже понял, ребята, что это у нее там. Да иди ты. Хорош, роднуля. Блин, она... С копьем, конечно, и сабля. Бумс, я готов, да? Да, мой меч против Нагинаты, это, конечно, жесть. Да хорош ты уже. Выделывается мне здесь. Блин, вот начинает эту камбу делать. И все, хоть ты тут что сделай. Стоим. Ой, не успел, ребята. Зашибись, у нее сюрик бьет. Ну что, она меня победила. А, друзья мои, у нас другого варианта нету. Нам нужно бомбить. Мы не можем нашего сенсея. Мои воспоминания такие расплывчатые. Мне кажется, я выиграл тот бой. Конечно, ты выиграл. Здесь, понимаешь, на сенсея нельзя надеть какие-то шмотки, поменять ему оружие. Вот как он есть, так он и есть. То есть с осой придется драться вот именно в таком виде. Тут только лишь стратегия. Правильная и мудрая. Только это залог победы. И в принципе он может быть, если не попадаться под удары, ребят. Вот под эти вот всякие. Под ее комбо-атаки, вот это вот все. Вот, видишь, вот была моя ошибка, ребят. Да блин. Поехали. Если бы я еще, конечно, попадал бы, цены бы мне не было бы. Она с сюриками очень эффективно использует. Очень эффективно. Ага. Да что ты делаешь-то, блин, ну сенсей. Давай со спины. Ага. Давай, давай, подходи. Так, отлично. Главное тут ее... Понял. Она и сюрик сразу бросает, нифига ты. Ну что, влупляем? Да почему ты не стал влуплять? Это меня, конечно, немножко убивает. Давай, 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 давай. Зашибись, сейчас еще ушатает меня, да? Нет, я выиграл, друзья. Ну, у меня здоровье, посмотри, сколько было. Фух, а сейчас будет еще сложнее. Сейчас она будет психо... Психовать. Любительница сюрикенов, да? Да чтоб тебя. Да как так-то? Блин, да ты достал тут уже мотылять. Ну вот, видишь, промахиваешься и все, и начинается. Я не понимаю вот это вот, ребята. Да что за фигня-то, блин? Что, она кого-то не попадает в этот, в радиус удара, что ли, или что? В чем проблема-то? Да конечно, ага. Лежать бояться. Нет, 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 не надо.
Окей. Блин, ну вот это вот тупо, вот так вот чисто, вот такие вот удары. Такие удары нелепые пропускать. Все, она чисто на Сюре как меня победила. Не столько урона получил я от ее Нагинаты или Алибарды, блин. Сколько от звездочки от этой. Вот это вот тупость, блин. Зашибись. Вот если бы оружие бы у нее выбить, было бы... Офигеть, прям вот в ближнем бою бомбит и не боится. Я не могу по ней попасть, блин. Она меня, блин, бомбит. Офигеть, ну как так может быть, ребят? Ну. Отлично, рубанул. Сейчас ведь не побоится Сюрик, наверное. Блин, была победа так близка, и на тебе. Да, что-то она мне какие-то, блин, прям проблемы делает. Ладно, ребята, мы оставим ее на потом. У нас сейчас есть дела поважнее. Во-первых, нам нужно с тобой заточиться. Заточиться. И, подожди, мы бронь с тобой заточили? Нет. Поэтому давай ее улучшим по максимуму. Так, и шлемак тоже с тобой улучшим. И, наверное, мы хотели мясника валить, да? Мы хотели с тобой завалить мясника, чтобы отобрать у него оружие. Так, возьмем копье. Копье. Надеваем. И посмотрим, что у нас получится именно вот в такой снаряге. Где у нас мясник? Вот он. Ну что, ребята, так, ты хочешь... Да, я хочу идти в бой. Я знаю, что у меня, возможно, что-то там слабое. Наверное, оружие, скорее всего, да? Будет слабовато для него. Ну, посмотрим. Если действительно он будет нас тут сейчас громить, возьму тогда эти два тесака. А сейчас посмотрим вначале. Ну, видишь, вот, не знаю, ребят, ну... Ну, копье все равно как-то вот его... пробивает. Я не спорю, если он мне нанесет, наверное, удар, хотя бы хоть один. Он, видишь, что он творит? Он мне, может быть, и забомбит. Упс. Нет, ну... Тут у меня даже слов нету. Просто одно заклинание, и все, и я труп. Попробуем? Да, мое-то, конечно, заклинание против него... Это комариный укусик. Ну вот если брать именно... Тихо. Попался все-таки, да, засранец. Если он еще заклинашку свою применит, то... Он хотел, ребят, сделать. Я ему просто сбил. Это он мне бросил? Ох, ё-моё. Да куда ж ты? На, добиваем его. Есть, ребята, 1-1 счет. Офигеть. Да, если бы он мне тогда бы зарядил бы своей магией бы, поверь мне, мне бы уже крышка была бы. Ну. Да, конечно. Ногами там своими кривыми машет он мне. Зашибись. Вот так вот и приходится его бомбить. Другого варианта я, ребят, не вижу пока. Полежи, подумай. Отлично. Нет, 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 нет. Как так-то, а? Офигеть, друзья мои. Блин, надо как-то критовать. Почему-то мое копье это не критует нифига. Попробуем бросить его. Вот так вот. Он сейчас тоже может бросочек делать, не? Он может заклинание применить. Слушай, я ведь тоже могу заклинание применить. Поехали. Так, он потратил свою попытку. Ну. Я хотел ему бросок, честно говоря, сделать. Но что-то пока не получается. Он тоже, понимаешь, он тоже своими сюриками хочет, ребята. Сейчас повезло опять же мне. Что он там хотел сделать? Хакает мне еще там. Нет. У меня, ребят, кровотечение. Что-то он там. Есть. Фу, 2-2 счет. Блин, ну он сейчас, наверное, будет вообще лютовать. С удара.
Ты прикинь, просто с удара снес. Да, что же мне тогда сделать? Как быть-то? Неужели брать оружие, которое я не хочу, ребята? Вот серьезно тебе говорю, я не хочу брать вот эти вот сабли. Блин. С этими что ли идти? Давай получим с тобой уровень 20. Там может быть будет побольше выбора. Так, что нам взять? Здесь сложно. Сложно, но нам нужно проходить, чтобы получить уровень. Поехали. Кто это у нас? Лилия. Хм. Слушай, зачем я копье-то оставил, ё-моё. Кстати, ты заметь, у нее такие же тисачки, которые у меня. Давай посмотрим, сколько урона, во-первых, мы наносим. Ну, практически как и мяснику, да? Угу. Так, Лили, хорош. А что такая жесткая-то? Блин, я даже не успеваю пригнуться, а? Да ладно. Короткие твои эти тисачки-то. Упс, зато наносят неплохой дамаг. Попробуем зарядить. Смех, блин, на палке, а? Так, попробуем пронзить. Да что ж ты, ты будешь, Рэй, попадать по ней или нет, а? Есть. Нет. Это, ребят, копишка уже просто устарела. Именно по урону. Ну ты сам видишь. Ну что это такое? Я ее колупать буду тут до второго пришествия. Ну. А еще если она в защите встает, так это вообще бесполезняк. Долгий какой-то бой, конечно, у нас тут получится. Опа. Зато броски неплохо срабатывают. Зачем? Зачем надо было применять заклинание, а? Ну дурило, ну деревянное дурило. Просто вот и все. Надо брать саи. Ой, не саи эти. Зашибись. Надо брать не саи, а эти мечи этого старого пройдохи. Отшельника. И с помощью них бомбить. Ну это фигня какая-то. Тут лучше, наверное, проиграть сразу же. Давай посмотрим, сколько заклинаний отнимает. Ну, заклинашка более-менее еще бомбит. Но на одном заклинании же ты же тоже далеко не уедешь, согласись. Давай вставай, кикимора. Пора душу отдать. Ай, началось. Ну, тут удар осталось-то всего нанести. Мне осталось удар нанести. Не, ребят, копье отстой. Точнее... Оно не отстой, оно хорошо, но для своего времени. В данный момент я не вижу никакого преимущества в нем. Поэтому давай возьмем с тобой эти сабли, которые... Я не хочу их. Блин, я не хочу, ребят. Так, у нас еще же достижения, по-моему, да? Так. Получили с тобой 243 гема. 243 гема. Слушай, ну это прилично, мы можем с тобой купить довольно хорошую вещичку. Ну, теперь уровень сложности нормуль. Теперь-то она должна получить по заслугам, эта Лилия. Блин, я как представлю, что мне еще играть в Shadow Fight 2 оригинал версию. Я же вздрогну. Ну, естественно, начинается вот у нас вот это. О, она проходит. Может, хватит уже, а? Вот ты ублюдина, а. Да блин, вот из этого дурацкого удара, блин. Мы с тобой сфейлим сейчас, скорее всего. Хорош, может, уже, а? Буянь. Да посмотри на нее, а? Да что ж ты будешь делать-то, а? Это уровень сложности нормуль? Такое ощущение, что как будто на харде или на безумии играем. Ага, то есть она должна попасть под комбо. А это очень сложно сделать, если честно. Нафига вот это надо было делать, а? Применять заклинание практически вплотную к ней. Это глупо. Это глупо и нелепо. Ребята, по поводу Shadow Fight 3. У меня игра вылетает практически на каждом бою. Невозможно играть, просто невозможно. Я не знаю, в чем там проблема.
с чем это все связано, но вот не могу и все, и хоть ты там тресни. Давай попробуем. Есть. Ху. 1-1. Все-таки я ее подловил. Именно заклинанием. Блин, ну мне не нравится. Я думал, что вот эти вот сабли будут нормуль. Но что-то я не в восторге от них. Буду честен. Конечно, хорошо, когда попадает враг под комбинацию. Тогда да. Хорош. Ну смотри, что делать, а. Так, предположим. Блин, она шустрее, что ли, меня. Или быстрее, я не знаю. Да куда ты, блин? Да успокойся ты, зараза. Попробуем заклинашку, блин. Есть. Ну вот, только за счет заклинания я ее подбил. Лилия, а? Ну ты посмотри на нее. Всю кровь из меня выпила эта лилия. Уровень получим с вами? Неплохо, ты получил новый уровень. 20-й. Отлично, ребята, ну давай посмотрим, что у нас. А, изучить начали. Так, абсолютная энергия. 20% шанс на повышенный урон от магии. На 30% в течение 4 секунд после полной зарядки магии. Задержка в использовании метательного оружия в течение 5 секунд дает шанс увеличить урон. Нет, фигня, это вот что мне нужно изучить. Окей. Так, давай перейдем теперь в шмотки. У нас с тобой 25 тысяч всего лишь-то. Вот, мало очень. Веер какой-то. Топоры. Нифига себе, золотая катана. Хапеши фараона, офигеть. Двуручная дубина. Так, ну что, я, наверное, веер, может быть, приобрести. М? Что скажешь? Веера страсти. Да, ребят, я хочу просто посмотреть, как они будут себя проявлять в бою. Так, и здесь у нас новое заклинание. Вот это вот. Жажда крови, давай возьмем. И прокачаем. Так, нам нужны с тобой финансы. Нам нужны финансы. А где мы их можем взять? Естественно, на турнире. Пройди 6 стадий турнира. 6 стадий, да? Мы с тобой на 5-й. Ну что ж, давай посмотрим, что это за веера. Карманник против нас со стилетами, а мы с веерами. Насколько хороши, интересно, эти веера. Вау, ну смотрится прикольно. Проверим. Хорош парень буянить. Ого. Мы еще можем, оказывается, их метать. И они как бумеранги к нам возвращаются. На тебе. Прогибчиком наклонили чувачка. Слушай, по-моему, карманнику кранты, ребята. Слушай, то, что он метает их, это, конечно, круто, на самом деле. Мне нравится это оружие. Я представляю, сколько оно будет стоить в оригинале. Если оно вообще там будет. Да, оно должно быть, ребят. Все? Так, мне надо еще проверить заклинание, которое у меня есть. Слушай, мне знаешь, что напоминает? Это, по-моему, заклинание как у Мегалита. Воу. Как у Мегалита. Так, тихо, 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 все. Карманник, друзья мои, сдулся. Неплохо, 35 тысяч в карманчик мы с тобой положили. Так, и давай смотреть, что у нас дальше. У нас открылось... А, нам нужно еще пройти испытание. Ну, тут уже сложно, как мы видим. Сложно, и против нас опять кнут. Кнут этот все не успокоится никак, да? Все хочет мне нервы потрепать, ладно. Я иду, как говорится, на эти жертвы с посохом. Шлем у него прикольный, рогатый. Да он сам по себе рогатый. Ать. Как тебе по... Блин. Единственный недостаток, ребята, этого веера, когда ты запускаешь... Что? Что? Что, когда ты запускаешь веера, ты ничего не можешь сделать, пока они не вернутся к тебе. Это было глупо с моей стороны, делать удар. Хм. Противник сложный просто до невозможности. Видишь, блин, пока эти веера не вернутся, ты просто беззащитный. Стоишь как олух и радуешься жизни. Вот и все, и он этим пользуется. То есть делай выводы. Я еще и потерял это оружие. Давай-ка попробуем. Жука. Да, он меня опередил.
Но он думает, что ему так это все с рук пройдет. Конечно же нет, ребят. Почему? Потому что я пошел на заточку. И я пошел обтачиваться по полной программе. Так, что у нас? А, у меня и доспехи новые появились. 64 гема. Робоубийцы. Возьму, куплю. Возьму, куплю. Так, уровень 20. Веера у нас есть. Так, шлем же еще. Точно, ребята, шлем. Блин, 38, придется брать. Шлем прикольно смотрится. Так, заклинашка у нас с тобой взята, да? Надо будет прокачать. Так, а что у нас по сюрикенам? 27 тысяч, берем. Хотя зачем они мне? Я особо не пользуюсь на самом-то деле ими. Броню я, наверное, лучше заточу. Так, теперь я хочу посмотреть в глаза этому чувачку, который тут кнут, которого надо, ребята, и кнутом, и пряником, как говорится, воспитывать. По-другому он не понимает. Поехали, проверим. Проверил, блин. О, пока у нас эти веера не... Да чтоб тебя. Но урон уже получаем намного меньше мы с тобой. Намного меньше. Поехали. Отлично. Че, даже не будешь метать свои штуки-друки? Ну и зря. А может быть, не зря. Еще и бросок мне сделал, а? Ты посмотри на этого гаденыша. Ну давай, давай, давай. Да чтоб тебя. Ну, видишь, он специально выжидает, когда я метну. И после этого только начинает бомбить. Так, хар... Да еще ушатай меня тут. Так, пора заклинашку применять. Слушай, как только я начинаю заклинание, он быстрее меня его применяет. Че за дела, блин? Ребят. Че за фигня такая происходит? Это несправедливо и нечестно. Еще и бросил меня, а? Да ёпрсоте. Это уровень сложности изи. Ну вот, 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 начинает меня подлавливать. Слушай, может быть, нам просто с тобой не делать комбо, а просто бомбить его, ну, обычными ударами. Подходит специально, главное, да? Хоп, и уворачивается, и что делает? Поджидай, он выжидает момент. Так. Вот сейчас я только заклинашку, наверное, применю, он сразу свою врубит, да? Подрезал, наконец-то я этого гаденыша, а. Ну это 1-1 счет. Раунд 3. У меня есть заклинание, блин, я боюсь его, ребят, применять. Мне кажется, он сейчас врежет мне. О, сейчас было хорошо, а. Попробуем. Да ну, блин, пошел он в задницу. Как он может быстрее меня, ребят, ну. Ты заметь, он быстрее меня ее применяет. Хотя я быстрее начинаю реагировать, ну, как бы запускать ее. Что ты будешь делать? Блин, я не хочу тут проиграть. Я не хочу проиграть, здесь говорю. Все, успокоился. Так, подловил я его, да? По ногам еще дал. Что он там будет делать? Я понял тебя. Подрезал. Стоим, 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 ждем. Поехали. Я его саданул все-таки. Прям по носу ему. Этими веерами. Ну что, мы одолели с тобой этого чудика. Что у нас дальше? Так, испытания разблокированы. Без шлема. Безумно? Вы что, серьезно, что ли? Сразу на безумие. Так, а здесь у нас нормальные уровни сложности. Поехали. Хочу посмотреть, кто здесь. А? Головорезик. Ну что же, головорез. Ну давай посмотрим, кто кого. С удовольствием тебе сейчас накачу. По полной программе. О, с двумя саблями такими. Нет, 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 нет. Опасно вот это вот дело, когда веера выпускаешь. Может, хорош уже, а? Смотри, что творит. Я уже понял твою тактику, парень. Да, 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 конечно. Подрезали. Иди отсюда. Нормулька, поехали. Ать. Хотел уже там что-то сделать. То ли сюрик бросить, то ли еще что-нибудь. Давай заклинашку. Нормуль. Глыба льда просто в него попала. И все, он распластался там.
Ну что, у нас второй раунд с вами. Поехали. Сейчас было неплохо. Не тут-то было, парень. Ага, ага, конечно, конечно. Не-не-не-не, не надо, блин. В каждом оружии есть свои плюсы и свои минусы. Будем честны. Блин, вот. И становимся сразу уязвимым. Хоть не делай, говорю, эту. О, мне лучше вот без вееров вообще. Сейчас. Сейчас еще проиграем с тобой здесь. Смотри, что творит, а. Смотри, какую дичь вытворяет. Еще и бросок. Зашибись. Да, у меня есть заклинание. Может быть, за счет него попробовать выкрутиться. Я сейчас попробую отступить и применить. Но мне кажется, что... Хотя вот так вот. Оп, нормуль, успел. Никакой реакции у тебя, парень, детей не будет. Зато бросок сделал. Хорош, может быть, уже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сравнял здоровье, прикинь. Зашибись. Вот это он меня расписал, друзья мои. Я даже не ожидал, если честно. Я даже не ожидал. И это уровень сложности нормальный. Да блин, оружие, это веер дурацкий. Ну, серьезно тебе говорю, это просто дичь какая-то. Я не знаю, что здесь. Топоры. Ну, я не знаю, топоры. Прикинь, с такими тисками побегать. А что у нас здесь, кстати, вера? Шанс вызвать у противника убывание 3% здоровья в течение 5 секунд. Нет, ничего я не буду приобретать, короче. Пойду дальше страдать. Ну что, на... О, телохранители. Легко, кстати. Ну-кася. Кракен. Разрази меня гром, а ты еще кто такой? Порт закрыт. Хотя постой, отличная у тебя посудина. Я забираю ее для нужд новой крови. Да? Он забирает у меня мой корабль? Ну, парень. Кракен, чем-то мне напоминает этого God of War. Так, ну что, ладно. Нифига у тебя тисачок, парень. Ну и что ты там будешь делать? Понял. Еще раз понял. Хорош, может, уже, а? Ну-ка, давай-ка с ним разберемся. Да смотри, что творит, а? Поехали. Так. Замечательно. Поехали. Нормуль, нравится тебе, парень? Ой. Хорош буянить-то уже здесь. Ну серьезно, отвали. Слушай, под тесак, мне кажется, лучше не попадать. Хотя, кто его знает, лучше это или не лучше. Давай заклинашку. Все. Кракен, а? Ну я тебе сейчас устрою карнавальную жизнь. Болотная ты суспензия. Поехали. Все? Спекся, парень? Так, мы тоже так умеем крутиться. Смотри, что творит, а? Вали от меня. Блин, не боится же применять сюрики, а? Посмотри. Оу! Фу, слава богу. Ребята, удар такой был довольно изейший. Но вот это, конечно, что он сейчас вытворил, это люто было. Может, бросочек ему сделать? Ну, совсем другое дело. Так, а давайте посмотрим, какое у нас заклинание, а? Пошел прочь. Да, друзья мои, изи. По-другому и не скажешь. 60 тысяч голды получили. Строишь из себя крутого, да? Посмотрим, как долго ты продержишься. Уже познакомился с молодчиками из новой крови. Часть экипажа ИСы подняла мятеж и захватила ее корабли. Несколько человек все еще остались ей верны. Но все они скрываются. О, а теперь я должен вас покинуть. Дела, дела. Здорово! Ты отделал Кракена? Эту продажную крысу, знаешь, Асе бы пригодился такой боец, как ты, боцман. Разберись с остальными членами новой крови, и наш капитан озолотит тебя. И уже невозможно. Только что было легко и сразу невозможно. Да. Ну, а теперь, наверное, нам надо отправляться сюда. Но прежде чем отправиться,
мы с тобой заменим, наверное, да, все-таки эти веера вот на эти топоры. Я просто, ребят, хочу посмотреть, насколько они крутые. Они в дальнейшем мне пригодятся в первой, в оригинальном прохождении, когда мы будем с тобой бомбить. Буду уже знать, что, почем и к чему. Ну что, за... Ага, не получается, не хватает. Ну, конечно, не хватает, все деньги слил. Еще хотел броню заточить. Ну что, поехали с тобой на турнир. Мы пока турнир с тобой пройдем. Я уже получу 21 уровень. Там будут совсем другие шмотки и оружие. И это уже, что я покупаю, сейчас будет не котироваться. Не ликвид будет. Тесачки мне нравятся, наверное, они так же, как и прежние, да? Ой. Так же будут бомбить, я имею в виду. Ой-ой-ой-ой-ой, братюля, головорез, как же так-то? Ты же был таким крутым парнем, ё-моё, что? Ну, правильно. Как говорится, с этими-то ты справлялся, когда я был, да? С веерами. А тесачки-то ему не по душе, я смотрю, совсем не по душе. Зато они мне очень нравятся. Ты посмотри, как они колбасят. Ну, топоры, ребята, и всякая тяжелая утварь, да, естественно, они очень медлительные, но урону... Тихо ты, родной. Урону они наносят, будь здоров. Ну ты посмотри, что тут происходит. Ну, а опять потерял свои пуколки, и мы его забомбили. Вот, ребята, и весь головорез. Был, да сдулся. Ну что же, мы с тобой, наверное, пойдем дальше, и у нас уже сложно. Уже сложненько становится. Слушай-ка, дровосек с такими же топорами, по ходу дела. Ну давай посмотрим, кто кого. Точно, ребята, с такими же, один в один. Как ему сейчас было, а? Классно, ему понравилось, ребята. Ой. Ты слышал, он там что-то крикнул. То ли помогите, то ли еще что-то. Я не разобрал. Ну что-то там такое было. Ты посмотри, что происходит, ребят. Я просто не ожидал, что они настолько... Опа, а вот это не прощается, парень. Вот это я тебе... Слушай, ты не оборзил, не, а? Сыч. Да ты... Смотри-ка, он специалист просто по броскам. Ага, ладно, предположим. А если я отойду и вот так вот мочкану? Че, дровосек, нарубился дров? Вот и будь здоров. Друзья мои, мы победили его. 44 тысячи голды плюс в копилочку к нам. Так, невозможно. Так, нам хотя бы, я не знаю, может вернуться к нашему сенсею, да пройти осу. Тут безумно на испытании. Без шлема. Так, а подожди. Погоди, погоди, я же могу заточиться по полной программе, ведь так? Конечно, у меня хватает финансов, почему бы этого и не сделать. Заточимся. Так, и, конечно, надо нам с тобой приобрести тут иглы, а, шипы метательные. Крылья летучей мыши. Иглы. Ну, вот эти бы я штучки приобрел бы, если честно. Так, здесь безумно. Так, тут тоже безумно. Слушай, ну безумно можно попробовать все-таки пройти. Палаш. Когда барон пропал без вести, а оса встала во главе флота, никто не задался простым вопросом. А куда же девался ее папаша? Будь я проклят, если она не замешана в его исчезновении. Я бы не доверял так этой девке на твоем месте. Я тебя понял, Палаш. Это, короче, ребята, взбунтовавшаяся команда, походу, дела, да, что ли? Не доверял бы он этой девке. Но мы сейчас посмотрим. У него, конечно, тесаки такие прикольные в руках. Тут не поспоришь. Но... Ох, как они смотрятся красиво. Но у меня тоже неплохо смотрится, согласись. Опа! Все? Доигрался? Гитарист. Так, тихо, 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 ребята. Ну-ка. Ага, ага. Стопэ, 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 родной. Так. Ага, у нас такой вот удар размашистый есть, прикольный. Оу, а он крепок по отношению к заклинашке, да? Да он сам по себе крепок. Смотри, что вытворяет, какую дичь тут творит. Оу. Действительно, дичь, мне не хватило совсем чуть-чуть. Ну, скупердяй. Ну, Палаш, а? Ну, я тебе сейчас устрою. На-ка, выжил. Как ты, гаденыш, умудрился-то, а? После моих таких вот козырных, так сказать, ударов ты еще выжил. Поехали. Блин, как поехали, так и приехали.
Да ты достал, говнюк, ты мелкий. Да стой, ты не надо выпендриваться здесь. Поехали. Ать, раскрылся. Поехали дальше. Угу, я понял. Заклинашку. Фигня какая-то, заклинание это. Для него... Ну давай еще сдуемся здесь, а. Так, ребят, подлавливать его надо. Вот когда он делает. Ну. Да какой там ну. Завалил какими-то сраными подсечками. У меня ушуркал. Ну, хлебосочный, ну сейчас ты получишь. Ну, блин, он меня взбесил, ребята. Так, у меня 14 тысяч не хватает, безумное. Плевать мне, что здесь безумное. Я все равно должен палаша этого уничтожить. Оборзел совсем, без зубов. Сейчас я ему все зубья последние выбью, которые у него там остались на его беззубой улыбке. Ну-ка, поехали. Посмотри, что творит, а. Ага. Подловил. Сейчас чуть было. Ребята, плохо мне не стало. Может, хватит уже, а? Да ты достал, он своими ногами только. Тебе тесаки. Блин, для чего даны, а? Оу. Вот сейчас было просто имбище, ребята. Так, отходим. Заклинашку. Уворачиваемся, потому что фиг знает, что он там сейчас будет творить. Дичь какую-нибудь, как всегда. Нет. Здесь он, к сожалению, отдуплился. Второй раунд. Пока неплохо. Понеслась душа в рай. Ой. Но тут, по ходу дела, ребят, мы фейлимся. Хотя, подожди, еще. Да. Тут он меня, конечно, быстро раскатал. Но благодаря своей заклинашке, которую он бросил в самом начале, так бы, наверное, совсем все было бы по-другому. Ну чё, давай. Все? Гад, а? Ты посмотри, чё. На. Потерял? Потерял. Погнали. Так, главное не дать ему возможности применить. Попал, да? Нет, это он по мне попал. Ты посмотри. Опа. Замечательно. Так, хочет сюрики бросить, да? Точно. И самое главное, что я понимаю, что он хочет бросить сюрики. И как дурило стою и смотрю на это. Да нет, 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 не то ты делаешь. Ну, давай его тут. Сейчас заклинание свое применит и все, и будет труба мне. Так, пинками, да, начинает, как всегда. Получил по щам. Так, поехали. Ну подсечка-то, блин. Поехали, так сделаем. Я офигею с этой подсечки. Нифига она не срабатывает, блин. Или срабатывает через раз. Ну главное, что мы с тобой завалили этого палаша. Все, пускай он там сидит и сопли вытирает. Мы, наверное, уровень с тобой получим. Ты встал не на ту сторону, парень. Когда ты перестанешь быть полезен, то исчезнешь без следа. Так же, как и ее отец. Попомни мое слово. Дуэли разблокированы. Ребята, я получил 21 уровень. И что вы прикажете делать? Так, прокачка. Давай-ка мы, наверное, вот это вот изучим. И переходим в наш арсенал. Ох, какая красота, ребят. Красота-то еще та. Блин, золотая катана. Я хочу взять, ребят, ее. Хочу купить. Фига мы там как прям сенсей истинный. Так, а что мы можем с тобой приобрести? 93 тысячи стоит. Слушай, ну сейчас должно быть попроще, по идее, да? Блин, дай-ка я посмотрю, как это катана вообще. Да подожди ты, груша, ё-моё. Так. Ну, а... Подожди, задний удар у нас какой получается? Ага, вот этот, с размаху, да? Так. А верхний? Вот так вот, а нижний удар. Да груша это мешается только. Ну-ка. Такой и вот такой. Понятно. Комбинация. И с разворота. Все, друзья мои, я понял. Долгий бой.
долгий бой. Ну что, друзья, давайте, наверное, на этой ноте мы сегодня закончим. У нас еще дофига чего предстоит сделать. Но уже будем в следующей серии с вами драться. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Удачи вам!